Сегодня мастер-классами по живописи никого не удивить. Но ребятам из Звенигородской художественной школы действительно повезло. Им посчастливилось посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Сегодня был сюжет, связанный с историей Звенигорода. Это известная на весь мир история, когда спящему генералу Багарне, который захватил Звенигород со своим 20-тысячным войском французским, явился преподобный Савва Старожевский и сказал ему, что вот если ты будешь хорошо себя вести, не тронешь святыни, вернешься домой живым и здоровым. Он внял словам преподобного Саввы, ученика Сергия Радонежского, и вернулся домой живым и здоровым, и эту историю свято чтили его предки во всех поколениях. Акварель, кисти и несколько часов усердного труда. Исторический сюжет изображали профессиональные актеры. Рисовать с натуры было непросто, говорят ребята, но тем интереснее, ведь рядом настоящие мастера русского рисунка. Мне было сложно, я была в напряжении, и даже когда рисовала зеленого человечка, у меня нога дрожала, но я продолжала рисовать. Я рисовала свою картину углем, это был мой первый опыт рисования углем. Я увлекаюсь художественным рисованием очень, я любитель, и для меня каждый опыт и каждое что-то, мастер-классы я стараюсь не пропускать, так как интересно. Это не просто рисовать что-то именно, тут же рисуем людей и как бы рисуем саму историю, можно сказать. А там не просто как какой-то момент из войны, а именно то, что сильно повлияло. У каждого получилась своя уникальная работа. Такой опыт, несомненно, повлияет на дальнейшую творческую судьбу этих ребят, считает педагог. А сотрудничество с Академией будет продолжено. Историческое такое событие показано, которое они пытались передать. Я думаю, что у них удалось все. И нас пригласили в Академию продолжить знакомство, провести еще там мастер-классы дополнительные, показать вообще, как работают в Академии студенты, то есть провести такую профориентацию. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».